И всем привет, ребята, с вами Кайл, и на дате у нас 5 сентября. А это что значит? А это значит, что подошло время итогов. По-моему, прошло неделя или там полторы, не суть. В общем, определять победителя я буду с помощью сайта Lizionair. Вот он мой конкурс. Мы вставляем сюда ссылочку и нажимаем что-то там. Что-то там, короче, чтобы определить победителя. И побеждает у нас кто? А побеждает у нас мистер Фремка. Ну что ж, я тебя поздравляю, чувак. И я так сейчас... Подождите, еще не время радоваться. Нужно посмотреть, открыт ли у него фид. И все такое. Так, мы заходим. Прям фанат мой, я смотрю. Ладно, так. Агасики. Подписки. Подписки мы ищем. Вот он, вот они мы. Давние действия. Так, сейчас мы смотрим. Лайкнул и на... Ну, коммент он написал. Лайкнули он мое видео. Мой конкурс. Так, ищем. Шесть месяцев? Что-то не то. Ну-ка, давайте повышим. Что-то это уже... Чувак, ну... Только не говори, что ты не лайкнул мой конкурс. Это было уже 6 месяцев назад. Не, ты серьезно сейчас? Вот ты все обдумал, то есть, да? Давайте зайдем в понравившийся. Ах, вот. Ну, блин. Ребят, ну, было ясно сказано. То есть, поставить лайк этому видео. То есть, подписаться на мой канал, на группу ВК. Поставить лайк. А он этого, к сожалению, не сделал. Блин, мне очень жаль, если честно, потому что я... Блин, я даже не знаю, может... Ну, вы сами видели то, что как бы нету понравившихся действий, то есть недавних. Поэтому я ничего сделать не могу. Что ж, чувак, ты не получаешь бесплатную шапку от меня. А жаль. Давайте искать другого. Мы опять же начинаем поиск. И... Лэнс получает бесплатную шапку от меня. Но это еще под вопросом, поскольку мы видим, то, что не все почему-то выполняют условия конкурса. Так, Лэнс. Вот он, этот чувак. Оставил ссылку в ВК. Все, в принципе, пока что по плану. Так. Прям шапка просто. Так, он подписался на мой канал и лайкнул конкурс. Поздравляю тебя, чувак. Ты молодец, ты выиграл от меня шапку. Ну что ж, на этом, в принципе, и все. С победителем я свяжусь. Так, где он тут? Вот он. С победителем я свяжусь. И сегодня же, наверное, ждите спид-баннер. Всем пока.